Эй, йоу, ватсап, вы находитесь на канале Рубака FM, и мы вернулись с вами в Elden Ring. Что со звуком? Вроде все нормально должно быть со звуком. Мы с вами снова в Elden Ring. Пока проходим его. Следующая игра уже определена. Я знаю, что я буду для вас записывать. Вы узнаете об этом чуть попозже. В целом, сейчас очень мало интересных игр выходит. И выходят разные инди-проекты. Очень странная меня музыка трельбасит. Неприятно. Много разных инди-проектов, интересных из них, ну, по крайней мере, для меня немного. А то, что мне неинтересно, я не очень хочу, во-первых, это записывать, во-вторых, тратить на это еще деньги и время, ну, такое себе. Определенно есть что-то интересное, да, и возможно, что-то проходит мимо меня. Я об этом даже могу и не знать. Но из того, что знаю, вот... Будет скоро. Будет скоро, и честно, очень хочу в это поиграть. Где мы находимся? В конце прошлой серии я все-таки забежал внутрь той огромной дыры в скале. И оказался в какой-то деревне. Не помню, как этих чуваков... зовут. У этих чуваков есть название. Нихера ты сильный. Так, а как мне тебя бить-то? Нихера себе. А это вообще справедливо? Это честно хоть как-то? Дамага от этого огня просто не въебаться. Плюс мои удары, они как-то ему вообще похеру. Давайте попробуем еще раз. Ну, мне кажется, это какая-то дичь. Сейчас еще раз подкрадемся. Еще один степ-бэк. Блин, при том, при всем, это никакой не босс. Это обычный моб. И я в комментариях под прошлой серией в описании писал, что уже обычные мобы меня наказывают вот просто в путь. Просто как им угодно. Так, отходим. Выпиваем. Хоть как-то пытаемся защититься. И посмотри просто на это. Собаки, погнали! На нахуй! Капец он жестик, конечно. Ну, типа это... Давайте, хавайте его. Можете его скинуть просто. Ну, ты куда? Дурной пес.
Перекат попробуй. Нет, прошу, не надо. Я ничего не знаю. У меня нет секретов, ни единого. О, прошу, оставь меня в покое. Стой, так ты не из этих. Уф, какое облегчение. Ну надо же. Я Альбус. Альбинор, как видишь. Нам конец. Всей деревне пришел конец. На нас напали разносчики проклятия. Большинство жителей убито, а выжившие лишились рассудка. Не присмотришь за этим медальоном. Прошу тебя. Убереги его от разносчиков проклятия. Если вдруг встретишь альбинорку по имени Латена, пожалуйста, передай ей медальон. Хорошо. Серп из слоновой кости. Я уже говорил, что я хочу найти какую-нибудь катану, потому что мне с катаной очень комфортно играть. С двуручным, но я не такой мастер перекатов, чтобы воевать с двуручным оружием. С двуручным оружием я очень плох, честно. Стоямба, блять, куда побежал? Да куда? Куда стоять? Мне кажется, этот жук хотел меня в какую-то ловушку загнать. А где мои псы? Все, да, закончились. Ладно. Сука. Сгусток крови. По поводу медальона. Есть у меня... Вроде бы есть у меня еще один... Еще одна половина медальона. Да? Медальон Декстуса. Тайный медальон Святого Древа. Нет, это все же разные медальоны. Короче, какой-то NPC Латена, по-моему... Блин, очень много всего. И боюсь, что... Сука. Боюсь, что на все у меня... Он идет ко мне, он идет. Хорош. Убийца знамений. Ага. Ага. Так. Понимаю. Согласен. Вот ты чухан вообще. Нормально, нормалек. Узелковый талисман. Не знаю насчет узелкового талисмана, пока что смотреть не буду, потому что мне даже не интересно. Весель. Ну слушайте, такой себе босс, очень глупый попался.
Выглядел он, конечно, внушающе и страшно, но это только на внешний вид. По сути-то, ни о чем. Но это и хорошо. Я думаю, если бы меня в этой серии начали так же ебать, как и в прошлой, я бы оскорбился. Так. Руническая дуга. Там ничего интересного. Я видел еще один мост, по которому, я думаю, стоит пройти. Тут на самом-то деле больше идти-то некуда. Мы вроде как всю эту мини-локацию изучили. Но, блин, как же это круто. Ну вы посмотрите. Вы просто взгляните на это. Ну это же потрясающе. Это просто верх шедевра. Левел дизайнера, гейм дизайнера. Это просто, ну вы посмотрите. Огромная дыра в скале. И не просто дыра, здесь... Деревня целая. Здесь была целая деревня, которая заболела. Ну как они к этому пришли? Ну это же вообще гениально. Выглядит просто прекрасно. И вся игра на самом-то деле создана вот из таких моментов, когда ты потеешь. Выходишь на такое пространство и просто замираешь. Ты просто осматриваешься и смотришь, что тебя окружает. Но это же абсолютно прекрасные вещи. Ну, таких игр очень мало. То есть, конечно, у нас есть... GTA, у нас есть RDR 2, и много игр с открытым миром, где ты приходишь на точку и можешь осмотреться, но это точки, это отдельные активности, созданные искусственно, ну или почти искусственно, да, ну по большей части это геймдизайнерские решения, где там поставить видовые точки смотровые, чтобы можно было... оглядеться, да, насладиться пейзажами, но... Но даже в таких легендарных играх от таких легендарных разработчиков нет вот именно вот такого. Ты, ну ты посмотри, ты куда ни подойди, здесь... Все прекрасно, что-то еще находится, какие-то кристаллы, и это, блядь, это вот в 50 метрах от того, где ты находишься. Ты идешь, обходишь скалу с другой стороны, у тебя там просто какое-то здание, какое-то дерево. Блядь, Elden Ring и разработчики, это просто... Это просто нечто. Я взял какой-то кристальный меч... Честно, хочу посмотреть, что это такое. Он мне все прибавляет, кроме святости, по-моему. Я не понимаю, он лучше или хуже? Как будто бы лучше. Но почему-то я не могу его одеть. Ваши характеристики не позволяют эффективно использовать этот предмет. Почему? А какие характеристики ему нужны? Блять, он
Он классный. Он не такой длинный, мне придется подходить ближе к врагу, но... Но он правда классный, слушайте. Я не понимаю, что мне нужно, чтобы поменять характеристики. Точнее, какие мне нужны, какие мне улучшать. Дославится умиротворенность. Согласен. Есть здание, и надо к нему идти. Могу ли я здесь... Окей, если я не могу использовать его по полной... А, мудрость. Мне нужно 15 мудрости, а сейчас у меня 14, если я правильно помню. Кинжал. Это обычные мечи, которые хуже моей катаны, однозначно. В принципе, я думаю, если мы сейчас прокачаем мудрость, можно попробовать в две руки. Вот, кристальный. Но опять же, я говорю, я не очень хорош в уворотах и уклонениях. Я боюсь, что если я буду заходить с двуручными, меня очень быстро начнут наказывать. Можем попробовать. Что я сделал? Ой, как плохо. Смотрите, он быстрее. Это факт. Он меньше тратит мою стамину, то есть я могу очень долго им махать. Но он не дамажит так сильно, как моя катана, и я думаю, это потому что... Ну, мне не хватает необходимых характеристик для него. В целом, неплохо, но опять же, дистанция... Нет, это слишком тяжелая штука для меня. Лык ищейки можно. Тоже тяжелая дрянь. Можно попробовать ею подраться. Ага, ага. Я понял. Блять, универсальная. Я не знаю, мне... Катана больше всего. Вот. Честно, три удара. Минус враг. Ну, и то есть, вы же понимаете, что это тупо мобы супер легкие, супер изи. И когда мне приходится их бить не три раза, а пять, плюс очень быстро для этого близко подходить, то это уже не то совсем, не то, на что я рассчитываю, да? Когда я трачу на них три удара и особо близко не подхожу, то мне это нравится больше. Это логично. Сейчас мы с вами двинемся к тому зданию, к той постройке, которую мы с вами видели. Ух ты, это что такое? Это краб, я понял. Лучше я не буду с ними драться. Мы все прекрасно видели и знаем, что получается, когда я начинаю с ними драться.
Ох ты, ты, а ты что такое? Дружочек. Ты откуда такой сильный взялся? Еще один. У этого лук. Не убил. Вот эти ребята уже, видите, они пожестче. Мне даже степбэк не убивает их. Или бэкстеп, как вам больше нравится. Супер, еще один костер. Значит, здесь что-то будет интересное. Игра заставляет нервничать. Почти на каждом этапе она заставляет тебя переживать. Что там будет впереди? Какие тебя там ждут враги? Больно ли будет с ними драться или нет? Блестящий камень кукушки. Классно. Так, но по идее-то это не то, чего я ждал. По-моему, тут должен быть еще один этаж. Или нет, или не должен быть. Видимо, не должен быть, но я тогда не знаю, зачем нам здесь понадобился костер. Для чего он здесь лежит? Магическая смазка, окей. Мудрость направит тебя. Жестикулирование, попробуй. Давайте попробуем, что? Вот так. Она расставляет руки. А у меня такого нет, по-моему. Эй! Эй! Тоже нет, да? Поклон. Тоже нет. Эй, давайте выберем. Ликование, теплое приветствие, постой. Ну вот это может быть. Но, скорее всего, у меня нет этих движений. А я вообще не понимаю, я хоть что-нибудь открыл таким образом? Ну, то есть... Это действительно так должно работать?
Да, мне пишут чуваки, чтобы я залез в интернет и поизучал гайды, и по-хорошему, наверное, мне так и нужно поступить. Потому что очень много всего, о чем я даже не догадываюсь. Это факт. Оп. Вот этот парень прям выглядит солидно. Не знаю, кто он. За спину зайти не дает. Ну ладно, выглядеть это одно, а вот драться это другое. И с этим у него есть проблемки. Активный омут призыва. Горшки. Ой-ой-ой-ой-ой. Я... Мы с этой тварью уже сталкивались. Между прочим. Ага. Ага. Я профукал. Я проебал момент, когда ей можно было воткнуть. Ой-ой-ой-ой-ой, нихера себе. Я проебал момент, когда ей можно было воткнуть. Это факт. Я не понял, почему она так долго стоит, тупит. Там просто надо было спереди обойти. Окей, my bad. Моя вина на самом деле. Вообще оплошал очень сильно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребята, отвлекайте ее. Сука. Блять, сейчас очень плохо. Ой, сейчас прям отвратительно все сделал. Там и псы мои отлетели сразу, и я как кретин просто зашел в драку. Тут прям все было плохо. Так, пёсели, готовимся, готовимся к бою. Если я подойду на картах, она меня почувствует? Но мне кажется, да, это же босс. Да, почувствует. Да ну секундочку, вы чё? Дайте мне руны мои подобрать. Хорошо. В целом, паттерн движений выучить можно.
Как плохо, там за моей спиной что-то. Понимаю, уважаю. Такого я не видел. Это было что-то новенькое. Хреново, что мне приходится еще бегать искать мои руны. Вот, я говорю, если б не это, переживаешь о том, что потеряешь все, что накопил до этого, и поэтому отвлекаешься. Ты не то чтобы сразу не можешь начать драться, ты еще тратишь время на то, чтобы просто найти. Но сейчас хорошо, сейчас я их вижу. Это возможность очень хорошая, чтобы нормально зайти в драку. А где псы мои? Я не могу понять, где псы? Да почему так плохо? Сейчас стопнет или прыгнет. Блять, ну вот эта хуйня, я не знаю, как с ней. Я ее просто не знаю, как от нее биться, отбиваться. Слушайте, очень жестко стало. Очень больно, очень жестко. Ну, я на самом деле и с тем деревом возился долго. Я помню, что... Я поэтому сразу его и узнал. Потому что с тем деревом я тоже возился довольно долго. Тупые собаки, блядь. Тупой я. Ну как, ребят, веселитесь там. Я вот тут кайфую по полной. Бешеное сумасшедшее дерево просто не дает мне нормально отдохнуть. Не отдохнуть, не дыхнуть. Давайте, собаки, надо что-то делать. Надо движняк навести хороший. Отходить же надо было, тупые собаки. Пиздец. Может, мне вместо собак кого-нибудь другого призвать? Я не знаю, кто мне может помочь. Ближники вряд ли. Вот был у меня там какой-то товарищ, который... Был у меня товарищ, который мог... стрелять. Давайте попробуем его. Может быть, от него будет больше проку. Но в плане, смотрите, он дальник, и он сможет дамажить, пока на меня будут отвлекаться.
Ебатушки мои, сратушки, блядь. Как затея хорошая, но вот, блять, я нихуя не вывожу против него. У меня меч его просто не дамажит никак. Пробуем еще раз. Можно просто забить на самом деле на мои руны. Но я не знаю, это на самом деле очень много, поэтому терять этого не хочется. Здорово. Хорошо. Нормально. Да сука! Он меня фокусит. Ты кто такой? Ты зачем все? Да ну, блядь. Вот этот хрен откуда взялся. Я не ожидал его увидеть. Он меня немного сбил с курса. О, ребятки. Что ж делать, что ж делать? Надо, походу, рэпа какого-то навалить. Это сука. Да ебать, меня все нахуй в мире застанило. 500 станов, блядь. Миллиард времени в стане. Это... Охуеть. Там просто все анимации сбились. Я никуда двинуться не могу. Я только отпрыгивать, блядь. В меня еще одна стрела попадает. Я захожу в стан. Почему, сука, на эту дуру... Так херово работает мое кровотечение. Да ебать, ну серьезно, настолько, ну настолько. Да сука, расфокуси ты.
На нахуй, сука. Уходим, 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 уходим. Блять. Блять. Ебать, у меня щит, сука. Щит, нахуй. Блять, 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 сука, ну как так, ну... О, май гад, это вообще такая дичь, такая жесть, охренеть можно. Ну, это, наверное, лучшая попытка, если не брать первую, это прям очень хорошо сейчас было. Но, как видите, даже этого мало. Этого супер не хватает. Хорошо, руны здесь недалеко. Надо ставить этого кентавра, чтобы он настреливал. И нам нужно постараться это древо не подпускать к нему. Да ну как так? Я в ахуе, я в таком диком, блядь, ахуе, я не могу. Первый дэш и сразу под молот. Ну как это работает? Я не понимаю, блядь, что с таймингами случается. Перелистал, блядь, зелье. Какая боль, ребят, вы просто этого не чувствуете, вы не понимаете. Конечно, наверняка многие из вас... с этой болью очень хорошо знакомы, но я говорю, я не играю в Souls-like игры, и когда мне говорят, что мне говорят, что Elden Ring стало казуальней и проще. Мне, блядь, хочется спросить, блядь, а, сука, что у вас с нервами там, люди, блядь? Как вы там существуете? Вы, вот неужели вот это казуально? Меня Elden Ring прям ебет. Я не говорю, что это плохо. Ну, типа, игра безумно охуительная, и по своей сложности, из-за своей сложности в том числе. Но когда говорят, что это просто, что она простая, действительно, у меня просто закрадывается вопрос, типа, чуваки, с вами все нормально? Ну, типа, как это может быть просто? А потом, по факту, заходишь... смотреть на YouTube какие-нибудь ролики, блядь. А там реально, сука, спидран на спидране. Гайд на гайде. Просто чуваки там все нахуй прошли по нескольку раз. Они знают, блядь, в каком месте надо пернуть. Это мы знаем, это надо уворачиваться. Это не в нас все летит. Хорошо, похуй. Променял. Замена бойца произошла.
Плохо. Ну вы видели, блядь, ёбаные деревья. Ну куда мне съёбываться? Что? Ну пространство, дайте мне немного пространства. Охуеть, блядь. Так же всё хорошо начиналось, ёб твою. Ох ты. Ну, по факту, это была лучшая попытка. Да, сука, я забываю про третий удар. Просто минус хилка. Ни за что. Да шел бы ты нахуй, черт. Спасибо. Успел. Хорошо. Немного надамажить успел и успел ударить. Нет, 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 нихуя я тебе не дамся, блядь. Ты вот эту вот свою хуйню заканчивай, блядь. Сука, чё ж он так жестить начинает, ёб твою мать. Он просто дышать не дает. У него атака за атакой, атака за атакой. Он даже, блядь, не отдыхает никогда. Я не знаю, чуваки посмотрят, скажут, ты чё, долбоёб, блядь? По-твоему, это тактика, блядь? Это ж хуйня полная. Я скажу, блядь, ребят... Вы угораете, это работает. Ну, блядь, ну вот как это? Как это возможно? Я не понимаю. Я ведь знаю, сука, что у него три удара идет по очереди. Я даже знаю, блядь, какие они. Но я тупо не могу увернуться. Я все равно получаю пизды. Раз. Удар. Удар. Ну как? Ну как? Почему не получилось? Ты, блядь, куда ты так близко подошел?
Нормально, хуярь, хуярь, хуярь. Хуярь, не стесняйся, блядь. Пизда тебе. Это я минотавру своему. Ага. Хуйца, блядь, тебе нарыло. Да сука! Ну сука, ну я же знаю, что будет, блядь. Я не успеваю подбежать к нему, ёбаный в рот. Блядь. Сука, не гори, не гори, блядь. Мы его сейчас... Сука, блядь. Нахуй ты горишь, блядь. Переживаешь, блядь. Смотрите, это все изи на самом деле проходится. Это то, что я делал. Это просто была игра на камеру. Я же, блядь... Типа блогер, я же вам должен... Интересно показывать. Вот, блядь, смотрите. Но то, что я блогер, не значит, что я... должен эту хуйню затягивать. Да, блядь, ну отпрыгай. Отпрыгай, блядь. Хорошо. В таком же духе, в таком же стиле. Конечно, блядь, залупу тебе за воротник, блядь. Сука, остается дэш. Вот это вот хуйня со стрелами, блядь. Это... А, ну что это за дичь, ёб твою мать. Не было бы ее, это так бы изи было. Я не ебу, что делать, пацаны. Это просто какой-то трэш. Тупо мусорное прохождение. Да ну, блядь, ну вот как? Как ты, сука, умудрился? Я не знаю, все ли я оставлю в видео. Будет зависеть от того, каким длинным оно получится. Но если вы видите не все, то я в таком диком ахуе сейчас. Вы не представляете.
Ну, сука, давай. На, сука, блядь. Охуеть, как можно. О, ёб твою нахуй. Лазурная кристальная слеза, лопнувшая кристальной. Сука, как я рад, блядь. Чуваки, это такая боль, я умер, сука, раз 50, блядь, 100, я не знаю, это было очень много, очень больно. Я не помню, сколько я дрался с таким же чуваком, но до этого... Это было долго, но я не помню, настолько ли или нет. Блять, это было очень больно, вы себе не представляете. Я здесь потел дико просто. Я уже перестал что-то говорить. Я... По-настоящему уже думал, что я, наверное, заброшу это дело и пойду куда-нибудь дальше, ну, в другое место. Блять, это дико, это больно, это нереально жестко. Я честно в шоке, как у меня получилось все-таки это сделать. Я, блядь, здесь в такой молчанке сидел. Я говорю, я когда увидел, что ему прям вообще писечка осталась, я уже что-то начал говорить, но, блять, вы сами видели, я и так чуть не отлетел. Поэтому фулл концентрация помогает. Хоть как-то. Не могу сказать, что она прям решает. Я думаю, что с некоторыми чуваками у меня получалось драться, потеть и что-то еще комментировать. То в ситуации с этой тварью, блять, я действительно уже заткнулся и думал о том, чтобы просто уже выиграть его, пройти. Я не знаю, сколько я просидел. Я не смотрел, сколько я записываю. Но чувствую, что там уже больше часа, наверное, наиграно. Блять, какая же жесть, вы не представляете. Я тут так уже кипеть начал. И реально я думал, что это уже все. Вот, блядь, еще не хватало от тебя отлететь здесь. Блядь, потно, больно. Но, сука, так классно. Знаешь, когда получается сделать то, что долгое время не получалось, длительное время. Я думаю, это можно сказать и про Elden Ring в том числе. Потому что... Сука, ну сил и времени оставлено много. Но мы это сделали. И я надеюсь, что вам действительно понравился этот выпуск. Я постараюсь как-нибудь нарезать, смонтировать, чтобы вы посчитали, посмотрели, сколько раз меня убили. Сам я этого делать не буду. Но нарезочку оставлю. И на самом деле вы охренеете. Я пробовал разные тактоны. Но просто долбить и уворачиваться сработало. В итоге самая действенная тактика сработала. Вот там скала меня немного смущает. Мы туда пойдем уже в следующей серии. А вы пишите свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Большое вам спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.